указом Раиса Республики Татарстан. Да. Значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия наградить орденом Дуслык Кадырова Адама Рамзановича. Значит, первый вопрос, значит, который я задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, который сегодня должны найти на ответы. Из жизни. Наш глава, субъект Российской Федерации, значит, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту идею, значит, присваивает ему, говорит, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить?